вас и сказать то, с чего начал. Сделаем все для того, чтобы ни одно ваше обращение, даже если мы не смогли сегодня его затронуть в ходе беседы, не осталось без внимания. И хочу поблагодарить ведущих за совместную сегодняшнюю работу. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо большое. Я думаю, сейчас... Здравствуйте. Программа «Время покажет». Только что мы все вместе с вами посмотрели прямую линию президента Российской Федерации, общение его, да, собственно, общение его.